Время господства Запада уходит в прошлое. Приоритетом глобальной повестки становится построение многополярного мира и укрепление равноправного сотрудничества. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на третьем саммите «Голос глобального юга» в формате видеоконференции. По его оценке, Запад по-прежнему провоцирует конфликты, цитата, порождающие многомиллионные потоки беженцев, а потом цинично обвиняет глобальный юг и Беларусь в миграционном кризисе. Эпоха западного господства уходит в прошлое. Центр глобального прогресса, экономической гравитации, да и принятия политических решений смещается на юг и восток. Это требует от нас активнее проявлять лидерство в международных делах. Голос глобального юга должен звучать в полную силу и соответствовать своему гигантскому потенциалу. По словам Лукашенко, сейчас многие регионы сотрясают войны и конфликты. В угоду транснациональным корпорациям небывалые темпы набирает гонка вооружений. Но без устойчивого мира и разрешения глобальных противоречий никакое развитие невозможно, утверждает белорусский президент. Именно поэтому Беларусь неоднократно выступала с мирными инициативами и брала на себя роль переговорной площадки в урегулировании конфликтов, отметил Лукашенко. Именно поэтому Беларусь неоднократно выступала с мирными инициативами и брала на себя роль переговорной площадки по урегулированию конфликтов. Мы будем и впредь неуклонно продолжать данную работу. Лукашенко убежден, что саммит «Голос глобального юга» превращается в один из крупнейших форумов по обсуждению вопросов современного мироустройства и будущего человечества. Президент Беларуси также подчеркнул, что официальный Минск, как и ранее, будет последовательно вносить вклад в укрепление глобального большинства, активно участвуя в международных структурах, таких как ООН, ШОС, а также БРИКС. Пяридуня Малиева, CBC.